Львы. Львы с 28 мая по 3 июня будут пребывать, опять же, в расслабленном состоянии. Это меланхоличность некая. Больше всего будут занимать вопросы, конечно же, самооценки, самосовершенствования. Вы будете пытаться избавиться от каких-то комплексов, вполне возможно, что каких-то внутренних вот каких-то сомнений. Ощутимую пользу могут принести, опять же, духовные практики. Займитесь йогой, медитацией, погуляйте, создайте вокруг себя какую-то спокойную, уединенную обстановку. Это будет не лишним. Если дома нет возможности, скажем, отдохнуть, ну, прогуляйтесь в лес, в парк, вот просто, скажем, где-то по дорожкам. На детской площадке, в конце концов. Единственное, что надо выйти с таким позитивом, а если на детской площадке еще дети, то просто-напросто понаблюдайте, как они там кувыркаются. Это хорошая такая вот разрядка. Стоит посетить, наверное, баню, сауну, может быть, бассейн. Принять, в конце концов, ванну дома просто с какой-то пенкой, с красивыми, сладкими, вкусными какими-то благовониями. Конец недели, то есть, ну, опять же, это может быть некое такое событие. Может, какие-то посиделки, может, какие-то друзья, может, какая-то вечеринка может организоваться. Не оставайтесь дома, идите. Все пройдет хорошо. Но все пройдет хорошо, но вот ваша душевная какое-то состояние, оно, конечно же, не даст вам получить удовольствие. Постарайтесь расслабиться, иначе вы испортите и себе настроение, и знакомым. Львы, милые мои, расслабляйтесь, хватит хмурить брови и оценивать все. Отдыхайте.